Всем привет, с вами Картилага. Вы очень часто стали спрашивать, как же запустить трамвай по железнодорожным путям. И это видео будет сегодня именно об этом. Ну что, всем еще раз привет, и сегодня мы с вами будем учиться ставить трамваи на железнодорожные пути, да, по которым у нас обычно ходят поезда, электрички и так далее. Рассмотрим мы с вами два способа на примере трамвая Шкода 15Т. Поэтому давайте мы сейчас быстренько поставим. Я вам покажу ее, да, то есть покажу, что она у меня есть в трамвайном депо и нету ее в железнодорожном депо, чтобы вы не подумали, что это лишь розыгрыш, а просто... Я где-то скачал два разных мода. Так, давайте трамвайное депо, где наш... Сто лет его не ставил. Трамвайное депо, вот нам трамвайное депо. Поставим какие-нибудь там улицы. Вот. Ну, вот так вот. Ну, конечно же, ничего не сделал. Молодец. Трамвай сразу сейчас мы бахнем. Все, трамвай электрический есть. Отлично. И поставим сейчас остановочку, ну, чтобы трамвай нас курсировал хоть как-то. А то как он без остановок-то будет, правильно? Ему же нужны остановки, нужны им. Вот сюда поставим. Сделаем. Где-то... Я тут пытался за кадром что-то замутить, да, но в итоге у меня остался маршрут тест, или не остался, вот он тест остался. Это у нас не тут добавить. И вот так вот, вот. Так, теперь еще найдем наш трамвайчик 15Т. Да, ну у нас тут ванильные есть, есть некоторые, которые я еще просто не переносил. Ну, как бы они были мне без надобности. КТМ-1 три варианта, кстати, подумываю насчет, надо КТМ-чик-то один перенести, наверное, будет. А может быть и не надо будет, я посмотрю, подумаю. А чем я там вроде был? ЛМ-ки эти были у меня, ну ладно, это отошли. Вот она, вот она, Шкода наша. Возьмем мы с вами красненькую. И отправим вот она тест. Так, глянем, да? Вот она выезжает, красотка. Симпатичный трамвай, ничего не могу сказать. Прям нравится он мне. Он доедет. Ну, соответственно, все у него работает, двери открываются, закрываются. Все как положено. Такая вот трамвайка. Вот. Так как же нам теперь перенести его на железнодорожные пути? Итак, у нас есть на самом деле два способа. Итак. Чтобы трамвай поставить на железнодорожные пути, у нас есть целых два способа. Первый способ — это при помощи приложения Model Editor, да, которое идет вместе с игрой Transport Fever 2. Находится она в корневом каталоге.
Если у вас, соответственно, стимовская версия, то это стимовский путь, Steam, Steam Apps, Common Transport Server 2, да, и здесь в корневом каталоге будет вот этот вот modeleditor.bat. Как настроить это приложение, я могу записать отдельным видео, если вам интересно, да, но сейчас я этого рассказывать не буду, потому что это будет долго, и мы сейчас вообще не об этом. Вот. Теперь еще, как нам в модуль эдиторы, да, потому что если мы его откроем, такой вот у нас, вот такой вот у нас вид будет, да, соответственно, ничего нету. Здесь у нас тоже ничего нету. Open VTSM. VTSM, откуда он у меня тут? Неважно. Ну, как бы вот вы уже примерно представляете, что это такое, но мы сейчас будем... Нам же другой трамвай нужен, правильно? Другой, отлично. Погнали искать другой трамвай, это все пока что закрываем. А как нам добавить трамвай? Итак, для начала вам нужно будет его найти в этом списке. В этом списке много вот у меня, да, вот тут много-много-много модов. Вот, вот. Как его найти, он же тут ничего не подписан, да. Нашел я один лайфхак, потому что я очень долго искал. Вот, я нашел один лайфхак, я не знаю, может быть, есть более простой метод, на самом деле, я был бы очень рад о нем узнать, но я вот нашел такой, скопируйте адрес страницы, да, открываете браузер, вставляете, и вот эти вот последние цифры, да, в которые в конце, вот видите, ID такой-то, такой-то, все, вот он, ID, пожалуйста. Запоминаем, 258-325, и дальше просто открываем папочку нашу с модами. Прямо на клавиатуре вбиваете, да? 258-325. Все, вот он его нашел. Открываете, вот он наш код. Теперь нам нужно эту папочку копировать. На рабочий стол можно оставить, потому что она отсюда быстренько идет. Переименовываем. Не нужно что-то выдумать, какие-то новые имена, просто нижнее подчеркивание один. Достаточно вполне. Опять Ctrl-X. И идем по пути Steam, да, где наш Steam, вот он Steam, user data, а, соответственно, ID игры это 100, где она, господи, вот 106.67.80, это все, я думаю, знают, local, и нам нужны не mods, да, где у нас сторонние моды стоят, да, нам нужно вот этот staging carry, мы копируем сюда мод. Пока что не закрываем, да, открываем модуль эдита, как звучит, короче, модуль эдитор, ну, вы поняли меня, и вот здесь вот в этой вкладке, вот он есть уже, да, вот, открываем vehicle tram, ну, какой-нибудь, ну, вот этот, вот, например, тыкнем, и вот он наш трамвайчик, вот он наш хороший трамвайчик, во всем своем ракурсе. Вот, соответственно, можете, вот, пожалуйста, close door, все это работает, все классно. Теперь нам нужно открыть его настройки. Здесь это metadata. Нажимаем. Вот, и здесь вот все его эти вот настройки, которые можно найти, да, то есть с какого года он. С какого года, точнее, он продается и до какого года он доступен, да. То есть стоимость. Ну, вот это, честно, по стоимости не очень. Ладно, нас сейчас нет, нас интересует вот эта последняя вкладка и вот эта вот надпись Carrier. Да, видите, у нас написано Tram. Меняем ее на Rail. В принципе, все. Вы можете, кстати, обтечь, когда вот этот вот Multiple Unit Only не делайте, иначе у вас вообще видео пропадет. Вот. Насчет Reversible, возможно, в будущем, когда я буду делать апаковское травмование депо, я хочу попробовать поиграться с этим Reversible. Да, то есть изменить. Ну, чтобы у меня вагончики подавали назад. Трамвайные. Вот. Но пока что я еще с этим не игрался, но я думаю, попробую это чем-то такое замутить. Ладно. Это закрываете, дальше сейв. И все, по сути. Потом находите его опять, я у нас вот staging carry, нашли его, Ctrl-X. И уже сюда в моды закидываете. И все, и достаточно будет лишь включить его и... Как это называется? И радоваться жизни, да? Давайте затестим. Так, ну что ж, вот мы с вами в игре, и давайте теперь посмотрим. Ну, естественно, мы заходим в загрузить игру, настройки. Он у нас тут в самом-самом конце будет, да, где он наш красавчик. Вот он, это Шкода.
отдельным файлом идет, да, то есть у нас вот здесь вот Шкода есть. Смотрите, даже будет проще, вот знаете, как это смотреть. CMSSSSS. Па-па-па-па-па-па. Шкода Супер Б. Вот они, видите, две штуки. Одна стимовская до сих пор висит, это которая на трамвае. Вторая, соответственно, уже, как правильно сказать, вручную добавлена, да, то есть считается как сторонний мод, она у нас уже будет именно железнодорожная версия. Все, тогда стартуем и посмотрим, что из этого получилось. Так, ну вот мы с вами и в игре. Наш трамвай катается, да, и теперь мы давайте мы сделаем такое что-то с чем-то, назовем это так. Так, берем наш трамвайный депо, возьмем, может, какой-нибудь оригинальный, ну, ванильный в смысле. Господи, где оно? Я его потерял. А где оно есть-то? Это не оно? Не оно? Ну, возьмем вот это, ладно. Так, цепной, да, стоит, отлично. Пути поставим какие-нибудь, да, неважно, на самом деле, какие. Любые поставим пути, потому что, ну, ладно, трамвайные пути поставим. Такого я не ожидал. Ладно, сейчас. Так, сейчас будем мы с вами разбираться. Это еще, конечно, интересно. Так. И честно, первый раз таким способом пользуюсь, я обычно другим пользуюсь. Давайте мы сейчас постройки. А, да, я же совсем забыл тоже. Тоже все по-другому. Ну, ничего страшного, ладно. Так, где? Вот станция. Сейчас тут вот кусок удалю. И где-нибудь. Где-нибудь кусок удалю. Так. И здесь то же самое. Отлично. Слава богу, делается все быстро, ненавязчиво. Так, отлично. Еще один сделаем тест. Тест ЖД. Да. Тест ЖД. ЖД, я сказал. Добавляем наши станции. Так, я сейчас бабум. Это делать все очень просто, чтобы он нас не мучил таким образом. Просто ставится какой-нибудь, да, любой сигнал просто ставится. И все, и устанавливается то, что односторонний. Ой, пожалуйста. Чудненько, на смотри, смотрим давайте. Трамвай на депо. Шкода. Красненькая, возьмем именно красненькую. Обратите, кстати, внимание, да, что то, что первую мы с вами перенесли на железнодорожные пути, да, в трамвайном депо она уже пропала, да, видите, нету ее. Была стандарт, ну, вы сейчас поймете, я вам сейчас тут покажу, вы поймете. Давайте возьмем синенькую и отправим ее на наш тест. Да, как мы уже видели, вот она, родная наша, катается. Теперь, чем мы с вами берем железнодорожное депо, купить. А вы можете как бы здесь ее найти, да, то есть где все локомотивы, все вот это, все что возможно. Так, я же ее вроде... Я не понял, где она. Ладно, попробуем несколько единиц. Может быть, что я чего-то не знаю.
Автофурбас. На Шкода Транспортейшн. А, вот она. Видите, один вариант всего лишь. Вот она. Это вот как раз ту, что мы перенесли. Вот, соответственно, мы ее тоже покупаем. Ставим ее на... Где? Вот, ТЖД. И вот она у нас едет, наша красавица, уже по железнодорожным путям. Правда, вот артефакты какие-то есть, но это ладно. Ну, так даже прикольнее. Ну, пожалуйста. Это вот один из способов, да, ну, вот, какие-то артефакты, я не знаю, раньше их не видел. Единственное, не забывайте, да, что у вас, соответственно, сейчас ниже я поищу, так как она идет по 1000 миллиметров изначально, да. А, вот здесь вообще колес нет. Здесь вообще колес нет. Но зато они подстандартнуют. Зато они подстандартнуют. Стандартную колею. Я такого даже не ждал. Ну, в общем, вот он результат, да, сами видите, да. Это трамвай у нас по трамвайным путям есть, который мы не принесли, да. Это тут, пожалуйста, по железнодорожным путям. Это вот, который немножко такой замудренный способ. Погнали, покажу следующий способ. Итак, я считаю второй способ все-таки более легким. Я его сам частенько использую, но как бы я прекрасно понимаю то, что... Мне просто других вариантов как бы не нужно. Вот. Второй способ, это просто меняется конфиг в самом файле, да, то есть самого стимовского мода. Вот, ну, имейте в виду, что, соответственно, как только вы, если удалите и обратно установите данный мод, то все вернется по умолчанию, или при обновлении, как вариант, тоже. Итак, что нам для этого нужно? Открываем папку с нашими модами, вводим уникальный ID, да, я рассказывал до этого, как его узнать. Вводим 258325. Вот он наш уникальный ID. Res, Models, Model, Vehicle, Tram. И вот он наш конфиг. Это весь конфиг, да, то есть касаемо данной модели. Вот эта вот первая модель, это у нас красный, который уже катается по железнодорожным путям. Это вот синенький, который катается по трамвайным путям. И красненький, который катается тоже по трамвайным путям. Вот красненький, это мы с вами и перенесем на ЖД пути. Открываем. Открыть можно либо при помощи встроенного блокнота, либо при помощи приложения Notepad++. Да, я думаю, некоторые его знают. Вот. Далее. Опускаем в самый низ. Нажимаем Ctrl плюс End. И находим строку Carrier Tram. Есть, кстати, еще вариант. Можете... По-моему, здесь вот, да, то есть Ctrl плюс F нажать, да, при помощи поиска, вбить трам, найти далее, вот, и он вам найдет это, сразу прям покажет. Вот, меняйте трам на, прям на прям в клавиатуре вбиваете, по-английски, rail, заглавными буквами. И готово. На этом все. Закрываете, сохраняете и go тестить в самой игре, как он выглядит. Так, ну что ж, мы с вами в игре, вот, и пока я не забыл, нужно упомянуть вам одну вещь. Если вы используете второй способ, да, то есть меняете просто конфиг, то первый, если вдруг у вас сначала один, а потом второй, да, то есть вдвоем вы их сделали, то, соответственно, вам нужно предыдущий мод отключить, который вы настраивали. Это у нас вот эта вот Шкода, да, вот ручная, потому что они конфликтуют. Скажем так, сторонний мод почему-то имеет приоритет над стимовским. Вот. И так как они одинаковые, то получается, мы сейчас просто не увидим то, что мы сделали, да, то есть мы увидим только вот этот вот ручной мод, ну как ручной мод, сторонний вот этот мод, да, назовем его вот так, в котором мы поменяли только один трамвай, да, вот этот первый. То, что мы поменяли конфиг в стимовском моде, мы этого не увидим, он просто не подгрузится у нас. То есть он будет существовать, да, для того, чтобы игра у нас, как говорится, не краснулась, да, но мы его как такового не увидим. Поэтому мы с вами этот мод отключаем. Нажимаем ОК и запускаем.
Итак, вот мы с вами в игре. Вот, естественно, он у нас никуда не исчез, он остался. Потому что подгрузились, я так понимаю, как это называется, файлы первоначально, да, стимовские. Давайте посмотрим, помогло ли нам это нас вообще. Что у нас тут есть-то? У нас должен быть, вот наш красавец. И у нас здесь два красных, но не синего. Что-то новенькое. Я, возможно, просто перепутал номера, я не знаю, да, то есть. А здесь, соответственно. Где он есть-то? Да он есть тут, в общем, в списке. Пять его просто. Ладно, что с ним? Сейчас мы его здесь быстро найдем. Он по-любому здесь где-то должен быть. Вот он. И вот он синий. Пожалуйста. Самый прикол. Давайте мы его сейчас, наверное, купим. Нет, не так. Купить. Потрясающе. Ой, что-то новенькое. Это куда он делится? Серьезно, а что, так можно, что ли? Мне кажется, его заключило из-за того, что он это сейчас как бы типа железнодорожный. И все, он на этом все. Он приехал. Короче, вот такие вот два способа, да, видите, вот. Какой кошмар, вообще жесть. Вот, как видите, вот он этот синий, да, который был на трамвае, стал теперь на железнодорожных путях. Вот такие вот два способа. Первый способ через приложение Model Editor. Второй способ просто через файл конфига меняете, и у вас все работает. Все это работает одинаково, по сути, да, вы просто трамвай переносите с трамвайного депо в железнодорожное депо. Есть, может быть, такой баг, что у вас перестанут работать двери. Как это лечится, я не знаю. Может быть, кто-то из великих гуру мододелов подскажет, как это лечится, я не знаю. Но обращал внимание, что если мод сторонний, ну не мод сторонний, а, скажем так, мод не переделка ванильной модели, а именно уникальный, да, то есть мод собранный с нуля, типа этой Шкоды, да, то все двери открываются, да, то есть этот можно сейчас посмотреть. Ну, сейчас ругается, потому что у него проблема. Он сейчас подъедет. Ну вот, видите, вот у него двери не открываются. То есть как это лечится, к сожалению, не знаю. На каких-то открывается, на каких-то нет. Вот. Ну а на этом у меня, в принципе, все, что я хотел сказать. Вот. Я надеюсь, что гайдик этот был для вас полезным. Да, давайте вот так сделаем, чтобы красивый вид у нас был. Все. Нет, нет, не очень красивый. Не очень красивый. Дайте мне красивый вид. А мы сейчас здесь так вот сделаем. О! О, отлично. О, вот так вот. Вот. Ну, чтобы вид красивый, правильно? Итак, я надеюсь, данный гайд был для вас полезен. Возможно, теперь вы сможете построить какие-то новые, может быть, какие-то новые перспективы теперь для вас будут, да? Вот. А я буду на этом заканчивать. С вами был Куртилага. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, как вам данный гайд, нужны ли еще какие-то новые гайды. Вот. Я постараюсь нарыть информацию и собрать все необходимое, если, конечно, гайды зайдут. Не зайдут, да и шут бы с ними, у нас еще очень много строительства. Ну и, в принципе, пишите гайды, что вы обо всем этом думаете, что ли. Вот. А на этом у меня пока все. Впереди новые серии. И увидимся с вами в будущем. Пока-пока.